И всем привет, с вами я, Тим Олегомро. Сегодня я хочу показать вам две очень классных шпаргалки школы. Давайте начнем. Шпор в ластике. Прорезали дырку, так называем. Теперь давайте порежу. Теперь нам нужно взять обычный вот такой листик и его сюда приклеить и кое-что вписать. Делается это вот так. Фокус-фокус. Готово. С виду самый обычный ластик. Вообще просто самый обычный ластик. Но на самом деле тут шпаргалка. Дроби. Шпоров, которые ничего не понятно. Вот я даже выделил тени. Давайте приступать к следующей шпаргалке. А следующая шпора у нас связана с тетрадкой. Возьмем тетрадь. Сделаем волшебный фокус. Ох ты. Берем тетрадь. Обрезаем ее. Именно там, где изгиб, где центр тетради, можно сказать. Теперь разрезаем на кусочки. Если делать мелко, как я делаю, то должно выйти 5 или даже 6 кусочков. В крайнем случае у меня вышло 6. Я сделал меньше, чем предыдущие. И 2 из них у нас предварительно сцеплены скрепками. А вот остальные нам тоже нужно скрепить скрепками. Точнее, степлером. Открываем. И... И наша книжка вышла. Кстати, у меня очень бесшумно почему-то степлер скрепляет. Ладно, ребят, всем пока, с вами был я, Тим Олегомро. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте колокольчик. Это были топ-2 шпаргалки. Пока.